занято. Привет, Валера, меня зовут Денис, я новый стример. Можно я попробую подсесть к тебе? Па-па-па-па-па-па-па! Опа, наля, сука! О, сука! Ебать, Бэтмен, сука! Алло! Это Майкл Джордан! Батя, нежный вайп. Хераси. Сейчас попрёт. Так, стопэ. Сейчас. Ля, мамон выпал. Вайп. Дедушка, привет. Очень интересно привет. Смотреть твои стримы. Передай, пожалуйста, привет Заурке. Спасибо. Нот. Есть. Я прогнулся под мамонтов и снизил донаты. Я снорк, я люблю ползать, спасибо, как лох на карачках. Кто считает, что я женщина, плюс в чат. Я так хочу есть признаться, что я люблю себя трахать пальчиком в пазу и нюхать его. Загрузит. Подожди, нежный вайп, поработаем. Так, стоп, давай быстро открыл. Нежный вайп, сонг. Нежный вайп-сонг. О! Вот это что ли? Я ее ни разу не слышал, ребят. Она нет. Опа. Опа. Чё, бля? Чё? Просили, ребят. Я ее ни разу еще не слышал. И простите, зяблы, кто донатил на Рустрак, особенно те, кто донатил трижды. Я просто спустил все донаты на анальные таблетки, чтобы колне вываливался, когда я запускаю трансляции. Я подкаблучник, простите. У меня стоит просто, блядь, система безопасности очень хорошая. Поэтому не дает нихуя. Да что ж такое? Не противься, я хочу помочь тебе прокачать новую операцию Counter-Strike. И для этого у меня есть Armory Helper, твой помощник по прокачке операции в кейсе на сайте Epic Drop. Все очень просто, выполняешь квесты, они там очень простые, подписаться на группу ВКонтакте и так далее. Получаешь в награды билеты новой операции. За прохождение всех заданий в итоге можно на халяву 17 билетов получить. Так-то каждые 1390 рублей стоят вообще-то. Если тебе вдруг интересно, как они необмениваемую операцию передают тебе в инвентарь, то все очень просто. Они просто отправляют нужную сумму на твой Steam за секунду. Кейсы с билетами тоже уже лежат на сайте. Там всего за 200 рублей можно билет операции залутать вообще на изи. Ну или в мини-игре Armory Helper вообще бесплатно залутать. Так тоже можно. Короче, ссылку на бесплатный Armory Helper оставлю снизу. И лично тебе, никому другому, дарю 500 ивентовых поинтов. Удачи. Привет, помнишь, мы с тобой встретились случайно около авиапарка в воскресенье вечером? Привет, я помню, ребят, ну просто быстро попросили, я, блин, похуй, быстро нашел. Бесконечный источник, безграничный теплоты, искра вечной зимой, ты согреваешь душу, хочу держать тебя за руку и другого слушать, как ты лучше умные, твои глаза нежные, бесконечно. На ютубе пытаться включить. Да, ребят, я под все могу танцевать. Тут не важна песня сама. Я под все умею.
Я раньше профессионально занимался. Поэтому тут не в этом дело. Блин, ВК, сейчас надо, блядь, пароль хуёль вводить. Ну и чё ты, блядь? Вот чел заморочился, блядь. И признаюсь, я люблю еще с 2014 года переодеваться в женское и теребить свои соски, пока мне мамонты донатит на очередные лагудовские корзины. Заткнись. Батя нежный вайп. Спасибо, ребят. Ну так и есть. Так. Батя в здании, блин. Касса не сможешь, база касса. Блин, да ребят, вы меня разрываете. Я под все могу, ребят, под все. Честно. Мы с бату нежный вайп. Придется туда ВК зайти нахуй. Ёб твою мать, а я... Не получится. Так, ребят, МС Бату нежный вайп запросили. Сейчас, мужики, надо сначала то, что... Пензел, это твое будущее, когда тебе перестанет донатить. Будешь так же полуголый танцевать за хавку. Вайп. Нежный вайп. Заткнись. Да, ребят, не спорю, я, правда, не слышал эту песню еще. Я с вами не спорю, мужики. Сейчас смотрю, где, блядь, можно нормально. Они просто заебут, это реклама ебучая. Привет. Да, я поняла. А, да это минусовка, ебаная, блядь. Какая минусовка? Что вы ебанутые, блядь. А? Просто человек, блядь. Блять, нужно было роту тогда нахуй открыть, и там все есть, блять. А это YouTube, ебаный, нахуй что открывает. VPN нельзя. Все заебало, блять. Это нельзя, блять. Скоро подойдешь жене, скажешь, слышишь, жена, а можно тебя это самое? Присунуть, ты скажешь, мне запрещено. Налог заплати. Пошло, пошло. Да ёбаный игрок. Блять, он вырубает. О, привет. Помнишь, мы с тобой встретились? Да ты нахуй с самым пьяным, блядь. Я русский человек, нахуй. Привет. VPN всем в жопу, блядь, сука, засуньте, нахуй, виндос. Не, правда, ребят, ну не слышу. Да я на работе постоянно. Простите, ребят, если... Ну, честно, не слышу. Держать тебя за руку, и твой голос слушать. Как сложно слихмовать о том, что происходит. И мысли о тебе, каждый день ко мне приходят. Без стука выбивает две с ноги. Занимает все пространство мое. Вот сын говорю, а ты сейчас, пока ты сидишь на паре, чараюсь выразить все чувства. Импровизирую сразу. Я песню ни разу не слышал. Красота без дымных глаз. А еще она поет и очень любит джаз. Все лучшее приходит, когда уже не ждешь. Так и ты пришла, как жарко, как холодный дождь. Теперь хочу смотреть твои глаза, что так нежны. Как ты влюбилась, не как привет, лучик луны. Как робкий лучик луны. Всем привет. Нежные.
Бесконечный источник безграничной теплоты из края вечной зимы. Ты согреваешь душ. Хочу держать тебя. Спасибо большое, спасибо. Стараюсь для вас. Ну и для себя тоже. Чтобы не терять, как говорится, навыки свои. Раньше профессионально занимался. Имею вес класс, профессионал. Небольшое так может, котенок? Ну, вроде вся песня. Вроде она была. Так, ребят, кто там, чтобы не обидеть никого, кто заказывал там, подождите, еще кто-то. Кто-то заказывал еще песню, по-моему. Фед Влад. Чем мы с Валак скапли? МС Батя, Фед. С кем? Влад Валакас. Я не ску включай. Лакос, батя. Это Дон Карлеоне из мафии. Да, ребят, профессионально занимался. Спасибо. Да. Глаза Валакаса зовут Денис. Ну, самарский ворота надо. Красавцы, ребят. Уважуха. Не, мужики, я вот так вот, честно, я не думал, что вас только прям сразу же много будет. И не подготовился, правда. Приходится каждую песню искать и по сайтам тут лазить, блин. Ну, простите, ради бога. Я не скуф, Тити, я не скуф, фух. Фусака. Фусака! Пусть Фусуку включит. Я не скуф. А, ну вот это да. Вот она. Вот это что ли? О! Луки, я прикалываюсь. Не смотри, что я сам там заднеприводный, там не говорите никогда. Никогда. Я сюда только по девчонкам. Он не сколько, он женщина. Ну да. Ты ж сиськи уже, блядь, 5 размера. Бургер под соли. Не, братан, я сюда вот это пью. Видишь? За тебя, дорогой. Чтоб ты, блин, под соли не был. Так, ладно. Это станцевали. Поехали теперь. А
давай я тижу тоже перекусить нахуй. Похавать надо. Ну я тебя ответил. Ты чё?